Здравствуйте, вы смотрите канал «Сад для души». Приятная пора наступила, первые посевы в теплице. У меня это огурцы. Смотрите, вот на такой площадь, где-то грядка, наверное, около 3 метров длиной и шириной меньше метра, я сажаю 3 куста огурцов. Это китайские плетистые, с короткими плодами, с небольшими огурчиками, и китайский холодоустойчивый. 3 лунки я готовлю так же, как рассказывала вам в сюжете про подготовку теплых грядок. То есть, вернее даже, 3 ямки. Здесь у меня навоз, который чередуется с картоном, листвой, опять навоз, и завершает слой компост. Все это я пролила теплой водой. Сейчас я буду сюда сажать огурчики. Смотрите, без всякой рассады, без торфяных горшочков, без вот этих вымоченных несчастных огурчиков. Все сразу в теплицу. И здесь они у меня так будут расти. Вот так. Вот они. 2 семечка. Я их кладу плашмя. Вот так, закрываю почвой. И половина пластиковой бутыли. Затем, смотрите, у меня здесь стоят дубли. Вот, кстати, второй у меня здесь посадка. И там дальше третья. Если вы не можете приезжать, находиться, каждый день, то вариант не закрывать крышкой, а так, как я здесь делала, кусочком нетканки просто заткнуть, чтобы всходы не сгорели. Затем здесь у меня лежат бутыли с водой. Здесь стоят дуги. И поверх дуг я сейчас накрою пленкой. Если вы, опять же, приезжаете только на выходные, закройте нетканкой. Все-таки там будет теплее на несколько градусов. Дальше. Здесь стоят у меня палочки. Вот здесь, между огурчиками, я посеяла цинию, бархотки, астры и капусту. Пока огурчики будут подрастать, у меня здесь вызреет, можно так сказать, полноценная рассада тех культур, которые мне нужны. Как только появятся всходы, я сниму крышечку, и будет расти. А растение, если проклюнутся 2 семечка, то, конечно, я оставлю только одно. В заключительном этапе я снимаю уже бутыль и снимаю пленку, и растут огурцы, как обычные растения в теплице. Что касается, скажу в нескольких словах, подготовки теплицы к новому сезону. Я здесь пока еще помыть не успела, потому что погода стоит хорошая, и жалко терять на это время. Я помою в дождик. Ничем я не опрыскиваю, не обрабатываю никакими средствами, и тем более не жгу дымовые шашки. Просто ведро с водой, там может быть буквально капля шампуня, можно вообще водой помыть. Или натертое хозяйственное мыло. Все, вот так я промываю стекла. Почему я не обрабатываю ничем от вредителей, от болезней, я, если успею, расскажу вам в следующем сюжете. Вот и все, что... Да, кстати, вот здесь у меня вырос шпинат, теперь я буду знать. Это прошлогодние посевы, я надеялась, что он меня порадует в сентябре, но слишком поздно посеяла его, и погода была холодная, не успел он вырасти. Видимо, несколько семечек не взошло, и вот смотрите, какой у меня шпинат. Теперь я буду это знать и сеять каждый раз под зиму. То есть вот уже еще не наступил май, а смотрите, какой хороший шпинатик. Вот и все, что я вам хотела сказать про то, как сеять огурцы в теплицу и иные культуры на рассаду. С вами был канал «Сад для души», Светлана Самойлова. Удачи!